Подобный парад маршруток жители могли наблюдать сегодня во многих точках города. Все дело в том, что в понедельник утром более 300 маршруток свою работу остановили и вышли на митинг. Понедельник – последний день подачи заявок на участие в конкурсе по пассажирским перевозкам. Более 600 водителей и 300 маршруток участвовать в нем категорически отказались. Ассоциация «Альтернатива» объявила бойкот конкурсу. По ее мнению, городские власти выставили такие условия, которые изначально для предпринимателей невыполнимы. На митинг эти люди решили не прийти, а приехать. Но их вместе с газелями и пазиками на площадь не пустил заслон из сотрудников ГИБДД и ОМОНа. Пришлось маршрутки выставить окон областной администрации. Те, что не вместились на стоянку, переехали в другие районы города. Более 50 из них растянулись на несколько остановок улицы Комсомольская. Другие заняли район Веселой Слободы. Образовались пробки, да и жители города от этой акции были не в восторге. 23-й жду. Ничего нет. Я жду тоже, мне на Новогорку надо уехать. Не на чем, не могу уехать. А сколько вы стоите? Ты уже порядочно, я больше полчаса стою. Сколько часов уже стоите? Ну, точно минут, наверное, 20 стою уже. А раньше это было 2-3 минуты стоишь. Для многих предпринимателей этот бойкот – последняя надежда на то, что городская администрация все-таки их услышит. Перевозчики возмущены условиями конкурса. По словам председателя правления «Альтернативы» Игоря Бортникова, есть, к примеру, такой пункт – ремонт тормозных колодок. Хотя в идеале им нужен вовсе не ремонт, а замена. Цех для таких работ есть только у муниципального предприятия ПТП-1. Весь конкурс был под... ну, как сказать, подведен под одного члена, то есть это под ПТП, у которого потенциал нарабатывался десятилетиями. Вот. И здесь, естественно, если мы будем участвовать в этом конкурсе, естественно, мы сразу, понятно будет, что мы проиграем и будем у разбитого корыта. Критерии конкурса слишком жесткие, считают представители некоторых партий. Из существующих 800 маршруток с линии придется убрать 500, а это значит, что без работы останется почти 1000 человек. Перевозчики знают, что... заранее знают, что этот конкурс нелегитимен. Они знают, что этот конкурс будет решен в интересах какой-то другой группы перевозчиков. И они отстаивают свои интересы. И они правильно делают. Задача мэрии сегодня – найти оптимальные варианты. Из городской администрации ни один чиновник навстречу к протестующим не вышел. Но парад маршруток незамеченным не остался. Сегодня на планерке губернатор эту тему затронул в первую очередь. Вот когда это было все спокойно, едешь по городу, ни одного человека нет на остановках. Или 2-3 человека. Как бы не получилось, сейчас как? Человек реорганизацию проведем, а людей возить некому будет. Тоже мнение у жителей. Их разборки мало интересуют. Населению важно быстро, комфортно и безопасно добраться в нужное место. Митингующие, в свою очередь, заявили, если в течение 3 дней ситуация не изменится, они вновь соберутся у здания мэрии, и митинг будет более масштабным. Однако представители администрации твердо намерены конкурс провести без изменения условий. И забастовки помехой не станут. Пикет, он не повлияет на проведение конкурса, потому что конкурс состоится до 18 часов сегодня, как повторил, он будет прием заявок. Вот, предъявлено 46 уже заявок поступило на сегодняшний день. Вот, то, что завтра уже с 14 часов знакомится комиссия, будет вскрывать конверты и будем принимать участие в конкурсе. Очень важно, чтобы в этой ситуации заложниками не стали жители Орла. Екатерина Игнатюк, Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».